Страна FM принимает поздравления. А вот и мы продолжаем. У нас сегодня большой праздник. 2 года телерадиоканала «Страна FM». У нас сегодня потрясающие артисты приходят в гости, да. Звезды. И сейчас у нас в эфире тот мужчина, от которого просто умирают наши женщины нашей огромной страны. Ты умираешь? Конечно. Александр Носик у нас сегодня. Здравствуйте. Слушайте, Александр, давайте привет. Не будем умирать, давайте будем жить. Женщины, не волнуйтесь, я к вам приду на помощь. Тем более, всех спасу. Тем более наша жизнь только начинается. 2 года в «Стране ФМ». Вообще, младенчик 2 года уже не младенчик. Мы уже гукаем, мукаем, мы уже выплевываем сосочку, да? Мы уже теребим и требуем. Мы уже пальчиками залезаем во всякие... То есть мы уже такие... Личность-личность такая. Зарождающаяся личность. Но смешно. Ну, по крайней мере, это тот день рождения, когда не надо еще покупать продукты, тащить все на стол, готовиться, ждаться к вечеру гостей. Да. Когда они приходят, уже сидеть так с видом: о, господи, и потом начинается. Еще отходить еще потом от этого дня рождения. Как нет, это когда будет 60 лет вам. Это когда, как вчерашний. Как тебе, хорошо было на дне рождения? Как? Вчера было хорошо, сегодня плохо. Сегодня плохо. И неделю после юбилея народ Александр, ну да. мы знаем, какой ты шикарный артист, и хотим вообще услышать поздравления такие, может быть, стихотворные? Да не вопрос. Это такой импровиз сейчас, но как можно... Подставила так подставила. Ну, подстава так подстава, все у нас подстава. Жизнь сплошная подстава. Но в любом случае, давайте так. День рождения — праздник душевный. Да, трогательный. Вот, трогательный. Поэтому я желаю вашей радиостанции Плюс ТВ «Страна FM», чтобы ваш слушатель и зритель всегда приходил к вам как к родному человеку, да, к родному собеседнику, родному голосу, чтобы было уютно и хорошо с вами, чтобы вы никогда это не продали и не предали, чтобы это хранили вот те столетия, пока радио «Страна FM» будет существовать. Ого. Вот. Там белый стих. Ну нет, о стихах тогда так. Но... Пора подумать о душе, а значит, друг о друге. Так. Такие вызрели уже убийственные вьюги, такие сотканы тишкой убийственные грозы, что нет сомнения ни в ком, не врут уже прогнозы. Я... Тихо! Сейчас, врут уже прогнозы. И нужно мужество уже, чтобы на этом круге всерьез подумать о душе. А значит, друг о друге. Ой, класс. Думайте друг о друге, и пусть о вас думают слушатели, а вы думаете о слушателях. А теперь квинтэссенция. Квинтэссенция всего этого. Одна строка вот на эту стену. Вот это опасное, вот это. Да, вот. Когда ты пытаешься что-то сказать, и тебе говорят... Нет, 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 квинтэссенция. Всего лишь квинтэссенция, одна строка. Так, где, чем пишешь? Смотрите. Даю я, обязательно дам. У нас есть уже определенная... И микрофон тоже обязательно я дам, пусть он будет... С тобой. Есть уже целый гимн, который написан по строчке каждым артистом. Прочитать? Не, мы прочитаем. И вот последняя строчка. Камызяки бэнд раскачает сельский глэм. И нужно продолжить одной строкой. Что-то такое дописать. Не думай особо. Вот что первое пришло в голову. А московский разгильдяй вам добавит огугай. Хорошо. А московский разгильдяй. Эти слова мне еще понятны. Хорошо. Из этой строки. Вам добавит, тебе тоже понятно, в принципе. Вам добавит. Да, в принципе, думать не надо. А дальше? Вам добавит огагай. Огагай или огугай. Это очень важно нам. Синтаксис. Вам добавит, ну не гигей же, огугай, наверное. Огугай, ну естественно, это абсолютно напрашивалось слово. Или агугай. Ну знаешь, слово агу и еще гай. Гай — это парень. Гай. 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 Огугай. Огугай. С днем рождения. Ура! Спасибо. Спасибо огромное. А московский разгильдяй нам добавил огугай. Во как. Александр, спасибо. Дописать нам добавит. Добавил, да. Ну мы допишем, да. Да, ну минуточку. Нам добавит огугай. Тем временем мы хотим напомнить, что там сегодня 2 года. Два года. Мы вещаем в эфире. Да. Александр, спасибо. Небольшой срок вам дали пока. 2 года, все в порядке. Все нормально. Хорошо. Спасибо огромное. Друзья, у нас сегодня в гостях был Александр Носик. Спасибо. 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 Страна FM принимает поздравления.